Транспортное противостояние. В спор о качестве пассажирских перевозок оказались втянутыми три стороны – пассажиры, перевозчики и государство. Первые жалуются на качество обслуживания, вторые – на отсутствие поддержки, а третья сторона говорит о необходимости ситуацию изменить в корне. Предлагают создать адекватную конкуренцию для существующего транспортного бизнеса и готовы даже приглашать предпринимателей из других регионов. Местные перевозчики такого развития событий не желают. Как будут разбираться и что делать, чтобы общественный транспорт стал комфортным, разбиралась Виктория Базгадзе. Не боятся грязи не только танки, но и маршрутки. Каждый день водители транспортной линии номер 10 начинают путь по этим лужам. Не так давно маршрут продлили специально для жителей поселка Корца. Из-за этого ухудшились условия не только для проезда, но и для послерейсовых остановок. Самый грязный маршрут, я считаю, это вот на самый 10-й. Почему самые грязные маршрутки на 10-м? Потому что мы ездим по Корца, грязи здесь, сами видите, по колено. Сюда не то, чтобы пройти, проехать невозможно. Мы за ними смотрим, вот хотя бы взять мою маршрутку. Посмотрите, сегодня утром она была идеально чистая. После каждого круга протираешь, но все равно люди, грязь, снег, все заносят. И невозможно, в общем, работать. Невозможно и пользоваться услугой. Грязные старые салоны. Маршрутки постоянно трясет. Жалобы жителей в министерство, ведомство и непосредственно главе республики. Вячеслав Битаров, увидев этот, цитата, «неконтролируемый хаос», распорядился передать пассажирские перевозки из рук муниципалитетов в руки министерства. Проблем оказалось гораздо больше. Основные проблемы, которые возникают с нашими перевозчиками, которые выполняют эту услугу на нашем рынке, по республике в целом, они опасны тем, что выезжают не с гаража, у этих людей нет гаражей. У этих гаражей все идет формально в части выполнения технического осмотра, медицинского осмотра. Мириться с этим никто однозначно не будет. Мы все равно проведем этот конкурс, мы все равно сделаем наши перевозки безопасными и будем работать с тем перевозчиком, который будет предоставлять безопасные, регулярные и качественную эту услугу. Конкурс на предоставление качественных услуг в сфере пассажирских перевозок проводится регулярно, но последние полгода постоянно срывается. В Министерстве промышленности и транспорта хотят привлечь стороннего инвестора для монополизации. Перевозчики против. 85% рынка – частные предприятия, которые в общей сложности уплатили в казну около 500 тысяч рублей за полгода. Госпредприятия, обслуживающие в разы меньше маршрутов, за те же 6 месяцев заплатили свыше 8 миллионов рублей. Информация очень сильно искажается. Она не имеет, в большинстве случаев, она не имеет ничего общего с тем, что есть на самом деле. Начиная от просто оказания услуг и кончая таким моментом, как конкурс. К сожалению, когда был хаос в этих перевозках, были и штампованные путевки, и непонятно откуда взявшиеся путевки, это все было. Потихоньку, насколько это возможно, перевозчики, которые хотят навести порядок, они наводят порядок. Поддержки нету ни с какой стороны абсолютно. Поддержки нет, а жалоб много. Отсутствие гаражей, врачей, оборудованных конечных станций. Перевоз граждан небезопасен, говорят в министерстве. Однако та самая безопасность зависит от многих факторов. Своих гаражей нет, а предоставить некому. Администрация города не в силах обустраивать конечные станции из-за ограниченного бюджета. Отсюда и штамповка на путевые листы, стоянка маршруток во дворах жилых домов. Но играют против правил не все. Маршрут номер 22. В 10 минутах езды от конечной станции находится медицинский пункт, в котором каждый день в две смены дежурит врач, проверяя основные показатели. Наличие алкоголя в крови, температура тела, пульс. Если все показатели в норме, подпись врача, подпись водителя и печать на путевой лист. Помимо профильного министерства, за ситуацию в обслуживании несет ответственность и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. Организации, предоставляющие услуги, должны иметь лицензию, по которой и будет спрос. По словам представителя Ространснадзора Таймураза Безикоева, поступающие претензии в адрес перевозчиков справедливы, но служба ведет постоянную проверку. Сказать, что все так плохо, как афишируют, нельзя. Мы можем сказать, что в большей своей массе и в основном лицензионные требования перевозчиками соблюдаются. Но при проведении контрольных мероприятий, конечно же, выявляются нарушения лицензионных требований и обязательных требований. Так, за 11 месяцев текущего года нами проведено 522 проверки перевозчиков. Кроме того, проведены около 140 рейдовых мероприятий.
Нарушение налицо, но получается, что глобальная проблема в частных случаях становится локальной. Главу республики работа в целом не устраивает. Министерство заявляет, несмотря на жалобы, перевозчика будем менять. На каких условиях останутся нынешние перевозчики и насколько облегчит работу новая компания, покажет лишь время. Виктория Базгадзе, Алан Суанов, Аслан Тебиев. Новости Осетии.